Меня зовут Софья Анашкина. Я родилась в небольшом шахтерском городке на юге России. Занимаюсь рисованием с 6 лет. Закончила детскую художественную школу, а затем университет по специализации дизайн костюма. За время своего обучения творчеству я постоянно пробовала себя в разных техниках и жанрах. В детском возрасте я любила больше рисовать пейзажи и животных. В выпускном классе художественной школы я в основном рисовала натюрморты. В то время я больше любила рисунок. В университете из-за специфики специализации я больше занималась декоративным искусством и живописью. По окончании вуза я начала рисовать мандалы в той технике, что я освоила на занятиях, и дальше стала ее развивать. Затем я стала пробовать себя в разных материалах и начала рисовать пастелью и шариковой ручкой. Хочу и дальше развиваться в различных направлениях творчества и улучшать свои навыки. Мне одинаково нравится как рисунок, графика, так и живопись и декоративно-прикладное творчество. Сложно сказать, что бы я предпочла. Скорее всего, все сразу. Как дизайнеру по костюму мне интересны различные персонажи, и мне очень захотелось нарисовать куклу. На данный момент у меня уже есть несколько подобных работ, нарисованных пастелью.